У вас выявлена ВИЧ-инфекция. Это вирус, вызывающий СПИД. Это прикол такой. Хотите сказать, что я педрила, типа как Рок Хадсон, да я... Мистер Вудров, вы вводили себе наркотики внутривенно. Имели гомосексуальные контакты. Гомо? Вы сказали гомо? Да. Вы что, серьезно? Вы охренели, мать вашу? Я не из голубых уродцев. Я их в глаза никогда не видел. Посмотрите на меня. Кто я, по-вашему, а? Я ковбой до мозга костей. Мистер Вудров. Усёк, так что придержи язык. Мистер Вудров, вы можете... Нет, не могу нахрен. Говори со мной по-человечески, мать твою. Ваш... Назови меня еще раз пидором, и твоя задница точно пострадает. Снизился до 9. У здорового человека эта цифра колеблется от 500 до 1500. И если честно, мы удивлены, что вы еще живы. А я не удивлю. Это вы накосячили. Перепутали мои анализы с анализами какого-то жопника или еще кого. Мы... Я-то здесь при чем? Мы сделали несколько анализов. Вот информация о ВИЧ и СПИДе, которая вам пригодится. А вот результаты анализов. Мистер Вудров, прошу вас, выслушайте меня. Я знаю, это ужасная новость. Разумеется, сейчас вы в шоке. Однако мы хотим, чтобы вы осознавали всю серьезность своего положения. Судя по анализам, ваше состояние здоровья таково, что у вас есть порядка 30 дней, чтобы привести свои дела в порядок. Тридцать дней. Мне жаль. Да пошли вы. Чушь собачья. Хрен вам, а не 30 дней, козлы вонючие. Слышали, у меня для вас новости. Нет такой силы, что убила барона Вудруфа за 30 дней.